кровью, выхаркивая мертвый воздух. Грязь, выскребая из слипшихся глаз. Мы вспоминаем, что нам уже поздно, туда, где не был никто из нас. Другой мир ждал нас в конце пути, и когда-то мы верили в то, что он есть. Мы не знали, где его можно найти, и искать его нужно было не здесь. Но, бродя по ноздри в дерьме, в поисках другого мира, мы потеряли друг друга в стране меняющихся ориентиров. И мы спим свои сны о том, чего нет, о том, что мы так хотели, чтоб было, принимая любой самый тусклый свет за свет другого мира. Пьем, чтоб замедлить действие яда, чтоб оттянуть приступ удушья, чтобы не видеть косые взгляды тех, кто так хочет, чтоб нам было лучше. И хорошо, что у нас не хватит силы протянуть еще несколько тысяч дней и увидеть, как свет другого мира гаснет в глазах уже наших детей. Другой мир ждал нас в конце пути, и мы все еще верим в то, что он есть. Вот только нам его не найти, мы слишком долго пробыли здесь. Песни, которые я бы хотел услышать. А поскольку сейчас никто не пишет такие, которые я бы хотел услышать для себя, то я их сам для себя пишу. Ну как же, если кто-нибудь напишет, что писать перестанешь? Нет, я напишу другую песню. Если это игра, значит я не играю. Если это всерьез, я не играю тем более. Мне не очень-то нравится этот сценарий, и боюсь, мне не справиться с этой ролью. Вы так хотели, чтоб мне было здесь хорошо. Не старайтесь, не стоит труда. Если это то место, куда я шел, значит, просто я шел не туда. Я давно мечтал сняться в этом кино. Я разучивал роль долгие годы.
Но я хочу превращать воду в вино. А здесь вино превращают в воду. Я успешно прошел вступительный тест. Самый главный здесь сказал мне «да». Мне уже начинает нравиться здесь. Но вообще-то я шел не сюда. Уже можно играть, ничего не боясь. В ярком свете огней исчезают все тени. Если даже ты немного грязен, ничего, здесь из грязи делают деньги. Так что в целом здесь хорошо. Я бы мог остаться здесь навсегда. Но если это то место, куда я шел, значит, просто я шел не туда. Я шел не туда. Спасибо. Мы прощаемся с вами. Мы не можем давать честного слова, пока существуют враждебные силы. Надеюсь, мы увидимся снова. Спасибо. Ты до сих пор не понял, где ты? А где я, Вашингтон? Ты у нас, детка, у нас. И будешь у нас, пока мы тебя не отпустим. Мне правда нравится писать песни. Нет, я верю. Я искренне говорю правду. Если она нравится еще кому-то, то это вызывает у меня еще большую радость. То есть абсолютно эгоистическое занятие. Подслушанных фраз, которые раз напомнили мне, что знамена имеют свойство чернеть, и спасители нации, что ждут до поры, составляя списки и рача до поры, знают, что ждать недолго, ведь знамена имеют свойство чернеть, и те, кто раньше ушли вперед, останутся прикрывать отход. Они должны будут первыми умереть в день, когда знамена начнут чернеть. Трупоеды рвут друг у друга кусок, поглядывая на стрелки часов. Они торопятся, им нужно успеть до того, как знамена начнут чернеть. Те, кого я люблю, стараются не думать о предстоящей войне и разрушают себя, предпочитая сгореть до того, как знамена начнут чернеть. И пока не прозвучала команда «стоять», я убеждаю у себя, никогда, что меня-то не взять. Не Но было. Посмотрим, что нет, стану нет. Я петь. Едва знамена начнут чернеть. Попал. Товарищи! Товарищи!
таблица поиск лиц. И вижу, как страх течет из глазниц. Боже, помилуй живущие в стране, где знамена имеют свойства чернее. Назад я так прочитала просто в журнале, что Александр Дюмин был идеологом такого движения, как Сувер. Да? Да. Что-нибудь там, два слова, может быть, об этом. Да. Что это такое? Сувер — это значит. Ты сам дошел до этого, придумал. Ой, до этого это. Сувера нет. Сувера мы, это я помню, это 31 марта 88 года мы сидели у Дэйва, вот, и придумали такую идею, что. Ну, это до всех парадов суверенитета вообще. Мы придумали, что каждый человек – это суверенитетное государство, суверенное государство. Вот враг общества номер один. Вот враг общества номер один. А это больница, в которую помещен лечиться враг общества номер один. Вот милиционер, который гордится тем, что он охраняет больницу, в которую помещен лечиться враг общества номер один. А это врач, который стремится стать главным врачом той самой больницы, в которую помещен лечиться враг общества номер один. А это строитель, ему сладко спится, хотя именно он построил больницу, в которую помещен лечиться враг общества номер один. А это судья, которому снится, что он сам пациент той самой больницы, в которую он отправил лечиться врага общества номер один. А это писатель, он хочет добиться, чтобы всех конкурентов загнали в больницу, в которую помещен лечиться враг общества номер один. А это бывший убийца, которому не грозит очутиться в больнице, в которую помещен лечиться враг общества номер один. А вот отец города, который боится, что однажды придется закрыть больницу, куда тогда отправлять лечиться врагов общества номер один? А это компетентные лица, уверенные, что им еще пригодится. Больница, в которую помещают лечиться врагов общества номер один. А сейчас я вынужден поторопиться, я заканчиваю письмо из больницы, в которую помещен лечиться враг общества номер один. Итак, дорогие друзья, суверы — неформальное движение молодежное, настолько неформальное, что его никто не знает. Но я надеюсь, что все его узнают скоро. Несколько основных принципов. Суверенитет, несотрудничество и неприсоединение. Вот принципы. Сувер никому ничего не должен. Соответственно, суверу никто ничего
Нет. Сувер похож на курок-унитаз. Не тонет. И доставать гадство не полезешь. И основной принцип. Сувер никогда никому не объясняет, что такое сувер. От Тифа на запад, от Чумы на восток, от монголов на север, от тевтонцев на юг. По мерзлой земле за кобыльем хвостом, на шее удавка, под ребрами крюк. Да здравствует эвакуация! Да здравствует эвакуация! Да здравствует эвакуация! Нам будет что рассказать. От мора в Монако, от глада в Багдад, от белых в Якутию, от красных в Тибет. Приговор окончательный, срок не скостят, ни по амнистии, ни за давностью лет. Да здравствует эмиграция! Да здравствует эмиграция! Да здравствует эмиграция! Нам будет что рассказать. От облавы в колодец, от погрома в подвал, от гестапо в болото, от ОМОНа в леса, брюхом по стеклам, носом в асфальт. Дальше каждый спасается сам. Руки убрали, бля! Мне больно! Да здравствует капитуляция! Да здравствует капитуляция! Да здравствует капитуляция! Нам будет что рассказать! И да здравствует оккупация! Да здравствует ликвидация! Да здравствует эксгумация! Нам будет что рассказать. Ну, это уже настолько так... Потому что столько нового было придумано. Приготовиться. Огонь! Сделай так, чтобы я не вернулся, промой мне глаза. Я уже встал, но еще не проснулся, промой мне глаза.
дай мне подняться немного повыше, промой мне глаза. Я хочу видеть то, о чем слышу, промой мне глаза. Ты был с теми, кто мне склеил ресницы, промой мне глаза. Я помню твоих надзирателей лица, промой мне глаза. Если ты решил отложить наказание, промой мне глаза. Пока мне не выкололи глаза, промой мне глаза. Промой мне глаза, сейчас ты все можешь, промой мне глаза. Мне придется платить за это позже, но промой мне глаза. Пока не взошло новое имя, промой мне глаза. Перед тем, как сюда придут другие, промой мне глаза. Человек меняется, песни меняются. Это все меняется. То есть с тем, как ты живешь и о чем ты пишешь, это абсолютно. О том, что я писал в 85-м году, в 83-м, там, допустим, или в 81-м. Я могу сейчас гитару взять. Как спеть такую антикоммунистическую песню. Сейчас они меня абсолютно не интересуют. Люди меняются, естественно, песни меняются. Ты же... Я бы сыграл тебе этот блюз, но в моей гитаре песок. Я бы сыграл тебе этот блюз, но в моей гитаре песок. Мои руки пусты, мне больше нечего бросить на чаши наших весов. Я бы сыграл тебе этот блюз на губной гармошке песок. Я бы сыграл тебе этот блюз на губной гармошке песок. Песок, в котором захлебнулась эхо наших с тобой голосов. Я бы спел тебе этот блюз, но в легких моих песок. Я бы спел тебе этот блюз, но в легких моих песок. Рот забит песком и течет песок сквозь мой пробитый висок. Мы бы могли станцевать этот блюз, но вокруг нас только песок. Мы бы могли станцевать этот блюз, но вокруг нас только песок. Песок, остановивший стрелки наших часов.
спускались все ниже, подозрительные кварталы, в поисках названий для песен и новых запахов для наших коллекций. Мы разговаривали о происхождении вида, продажности наших писателей и искусстве хождения рядом. И глазки в дверях наливались кровью при нашем приближении. И облегченно чернели, когда мы проходили мимо. Хорошие девочки не появляются в этой части города в такое позднее время. А час, когда плохих девочек выбрасывают из окон, еще не настал. И 90-летняя проститутка в ортопедических ботинках, попавшаяся нам навстречу, сказала: «Малыш, ты уже слишком стар для меня». Мы опускались все ниже по обкуренным переулкам. Пожиратели яблок давно уже спали, но в верхних этажах кое-где еще горел свет. И кто-то балансировал на подоконнике с криком: «Я никому не позволю копаться в моем мозжечке!» И рука с наколкой «Есть в жизни счастье» втаскивала его обратно в черную ноздрю окна. Мы опускались все ниже, предупреждая друг друга о волчьих капканах, поставленных на ночь возле подъездов. И какой-то маленький, попросивший у нас закурить, сказал: «Я подбросил бомбу им в холодильник. Оставайтесь, повеселимся вместе». Он взял сигарету и снова спрятался в телефонной будке, изредка шмыгая носом и что-то шепча. Мы опускались, и запах опасности, тяжелый и влажный, вытекал из подворотен, заставляя нас сжаться к стенам. Домов, назначенных под снос, домов, разрушенных много лет назад, и домов, которые уже никогда не будут построены. Мы решили остановиться, чтобы выпить бутылку плохого портвейна, купленную за 15 рублей у бывшего директора математической школы, а сейчас содержателя подвала, сдаваемого за плату начинающим токсикоманом. Мы пили и смотрели на лозунг «Живи и помоги выжить», нацарапанный гвоздем на стене. И какой-то с лицом некрофила, мочившийся неподалеку, сказал, написавший это: «Здесь уже не живет». Мы двинулись дальше, предупреждая друг друга о проломах в асфальте и колючей проволоке, натянутой поперек улицы на уровне горла. И начальник ночного патруля, проверивший у нас аусвайсы, предложил: «Не хотите с нами?» «Люди всегда нужны. Работы хватит на всех. И, кстати, лучшие надзиратели – это бывшие заключенные. Не думаю, что вы исключение». И он долго смеялся нам вслед, поглаживая приклад АКМа. Мы двигались дальше, спотыкаясь об окаменевшие экскременты. И хотелось думать, что путь наш неповторим, потому что иначе в нем не было бы ни малейшего смысла. Но хорошие девочки никогда не появляются здесь в это время суток. И сколько бы мы ни лечили свои болезни терпением, дерьмом и одиночеством, нам уже не придумать новой религии. Борьба с симметрией всегда заканчивается в ничью, и наша клаустрофобия давно превратилась в страх открытых пространств. Мы опускались все ниже в подозрительные кварталы, задевая плечами за стены домов, в которых никто никогда не жил. И какой-то, назвавшийся правнуком Свидригайлова, предложил нам купить у него пистолет. Семейная реликвия. Берите, не пожалеете. Прадедушке он очень пригодился. Осведомители в балетных тапочках то перебегали дорогу, то смотрели нам вслед из дымившихся люков, записывая звук наших шагов на портативные магнитофоны. Так мы опускались все ниже, воняющую бесконечность.
брякая мелочью в карман и позванивая наручниками. Почему у отца даже во сне челюсти так крепко сжаты? Поразмышляй над этим, пацан, но не спрашивай у пионер-вожатый. Интересно, что твой учитель труда имеет против рок-н-ролла? Поразмышляй над этим, пацан, но не спрашивай у директора школы. Почему твой дед сошел с ума, сравнивая энциклопедии? Поразмышляй над этим, пацан, но не спрашивай у соседей. Почему у некоторых взрослых такая серая кожа? Поразмышляй над этим, пацан, но не спрашивай у прохожих. Почему у друзей твоей сестры такие странные лица? Поразмышляй над этим, пацан, но не спрашивай у милиции. Почему старший брат в который раз пытается вскрыть себе вены? Поразмышляй над этим, пацан, но не спрашивай у военных. Почему стены в твоем подъезде по утрам забрызганы кровью? Поразмышляй над этим, пацан, но не спрашивай у программы здоровья. Почему тебе кажется иногда, что тебя все ненавидят? Поразмышляй над этим, пацан, но не спрашивай у родителей. В какой руке принято держать вилку, съедая кого-нибудь заживо? Давай, интересуйся, пацан, только ни у кого не спрашивай. Ни у кого не спрашивай, ни у кого не спрашивай. Кроссовки Жани. Серые на шнуровке итальянские кроссовки жали невыносимо. Большой палец тихо с остервенением матерился. «Мать вашу!» — шипел он. «За что мучаете, сволочи?» И пихал локтем в бок указательного. Указательный интеллигентно пытался отстраниться, но было тесно, приходилось терпеть. Указательный был самым забитым. Он хорошо осознавал свою ненужность на ноге и предпочитал не высовываться. «Сволочи!» — в очередной раз выдавил большой. «Там-то наверху хорошо!» — поддержал средний.
и здесь, как в тюряге, темно, сыро, курить не дают. А теперь еще режим жесточается. Сыро, это потому что носки хабэшные. Робко заметил указательный. Много ты понимаешь, придурок. В прошлый раз капроновые накинули, тебе легче было. Безымянному хорошо, у него там дырка, хоть подышать можно. Безымянного уважали и боялись. Политических новостей при нем не обсуждали и анекдотов не рассказывали. «Знаю я этих безымянных героев», — часто говорил тертый жизнью средний. «Безымянный, безымянный, а как стукнет куда надо, ох, насидишься в кирзухе». «Бань бы!» — пробормотал большой. «В сауну!» — трубка поддержал указательный. «И пиво!» — помечтал средний. Безымянный промолчал, но что-то записал в маленькую красную книжечку. «Эй, ты что там пишешь, гнида?» Не выдержал средний. «Ты что там, сука, пишешь все время?» Безымянный не ответил. Он с достоинством повернулся к дырке и подставил свой желтый ноготь под освежающий сквознячок. Что-то мизинец давно молчит. Эй, малой, чё примолкал? Оглох, что ли? Мизинец отнимался. Сознание временами возвращалось к нему, и тогда он, как сквозь марлевую повязку, втягивал в себя застоявшийся воздух кроссовки. Хана мне, парни, отнимаюсь. Мизинец, слышь, мизинец, ты погоди отниматься. Может, разуют, еще обнимаешься. Гарри, сквозь рыдание простонал мизинец. Жалко парня, эй, безымянный, ты подвинулся, пусть парнишка воздуха глотнет. Но безымянный притворился, что не слышит, и высунулся в дырку почти по пояс. Этот подвинется, как же? Ох, мало на них в 17-м наступали. Были бы мы на руке, ох, я б ему показал. Прошептал указательный. Указчик. Отозвался безымянный, который все слышал. А в носу ковыряй, не хочешь? Да, наверху тоже не сахар. Заметил большой. Куда только не суют. Слышь, мизинец, не молчи, ты говоришь что-нибудь. Может, обойдется? На прошлой неделе нас вон как отсидели. Ничего, поднимаешь. Не выдержит мне. Мозоль у меня, парни. Кто-то присвистнул. Все замолчали. Мизинец вспоминал свое детство. Ай, в детстве у меня ничего хорошего не было. То отдает, то присемит. Один раз в деревню поехали. Гуляли босиком, побежали. Только все обрадовались. В коровью лепешку наступили. Эх, жизнь. Очень хотелось плакать и ругать кого-то, но рядом был безымянный, а мизинец силу боялся до судорог. Thank you.
каждый сам выбирает свой яд, и похоже, что я уже выбрал свой. Грязные блюзы — вот все, что осталось от того, что я называл собой. И я мог свободно передвигаться, только это было слишком давно. И грязные блюзы — это попытка станцевать с перебитой спиной. Но поскольку наша религия — страх, мы несчастны, когда ничего не болит. И я пою грязные блюзы, потому что не знаю других молитв. Тот, кто не с нами, против нас. Но если гады и эти и те, то грязные блюзы — это попытка сохранить суверенитет. Но власти, которые вас ненавидят, не могут никак обойтись без вас. И мне приходится петь грязные блюзы, чтоб потом сказать, что не расслышал приказ. Здесь слишком дорого нужно платить за разрешение вернуться назад. И грязные блюзы — это попытка не сказать то, что просят сказать. Но словарь моих ближних теперь состоит всего из десятка коротких глаголов. И мне приходится петь грязные блюзы, чтоб не вцепиться кому-нибудь в горло. И я подозреваю, что можно иначе, только если бы знать как. И грязные блюзы — это попытка не стать собакой среди собак. Включаясь в бать, выпадая из, постоянно находишься в пор. И грязные блюзы — это попытка не вписаться в очередной поворот. Грязные блюзы — вот все, что осталось от того, что я называл собой. Но каждый сам выбирает свой яд, и я уже выбрал свой.